Ну все. Хорошо. Погода. Ну сейчас не жарко, хоть солнце скрылось. Да. Да не знаю, она вчера нагуляла. Сегодня не хочет. Ноги болят. А? Я дома сегодня. Нет, со мной. Поли. А? Да. По югам. Кто куда? А тут и так. Да, да здесь хорошо. Здесь как-то поспокойнее. И тут привычно. Да. Все знакомо. Чего? Угу. Что такое? Да нету комаров. Вот в лесу сегодня ездил на тропу здоровья, там есть. Там есть, здесь нету. А когда ездишь, они тебя не могут догнать. Ну, защита нужна. Давайте я за вами. Блин, у меня штаны цепляются за эти. Штанины цепляются. У меня. Они же большие, такие широкие. Так может так разогнаться и зацепиться, и полететь очень сильно. Да, тоже, да, цепляется. И тогда чуть не улетел с велосипеда. Ну да, или на шорты надо. Либо такие, это узкие, чтобы низ был узкий. Здравствуйте. Да? Ну да, чуть полегче. Да, эти легкие. Ты там? Я уж сегодня второй раз тут еду. Я уж до памятника ездил. Что? Едем тут. Все, пацан ловил этих голубей руками. Давай, разгоняйся. Мальчик голубей ловил руками. Да? А, ничего себе. Ага. Дикий, да, какой-то? А он, короче, пролетает, а в мою ногу лезет, ну, а где мы влезутся? Ага. Понимаешь, подскочил сюда. Ничего себе, наверное, это, от жары уже с ума сошел. Проезжай туда.
Давай, я с тобой. Тоже на реконструкции ремонтируют памятник ветеранам боевых действий. Да, его разобрали. Да. Памятник разобрали. Да. Разобрали. Кататься и еще раз кататься. Да. Прокатимся. Спеем.